Ну вот, тут написано, написано, почитай. История позволяет получить дополнительно, можно начиная с четвертого лимита. А, короче, косарь? Да пошли нахуй вообще. Ну я примерно понял, что там в комнате, я сейчас посмотрел видео. И надо не примерно, а чтобы ты понял. То есть ты в любом случае я должен закрыть. Если ты ее не закрываешь, то ты нас лайкнешь. По покое рану, блядь. Только я сейчас видео смотрел, там чувак, он не убил этого беса, его телепортнуло обратно. Это Ваниш он прожал. Ваниш не снимает. Я точно знаю. Я не снимал. Нет, там мы когда на X2 играли, там обычно ходили туда в маги. Снимает этот по-моему, игры. Не знаю, я туда ходил палом, я просто за 6 секунд убивал этого беса и парился. Ну, думал, а сколько у него ХП? Ну, в районе 108. Здесь на X3 не знаю сколько. На X2, да, было что-то в районе 180 тысяч. Потом, когда пофиксили, 120, по-моему, было. 50 вроде. Ну здесь это сейчас повышено, наверное. То есть ты любой ценой должен убить этого беса. Смотри, только не жми вами, что я сам на рыбу играл. Когда у тебя будет, допустим, у беса половина хп, если ты нажимаешь ваниш, у него все хп сразу станут, поэтому ваниш, если ну, нужен, то вначале нажимай. Ты как можешь сделать? Ты можешь подойти к бесу впритык, не бить его, нажать ваниш, дать ему чипшот вначале, ну, чтобы стан дополнительный был. Но только впритык, потому что если ты его начнешь бить и нажимаешь ваниш, то у него просто все хп восстанавливают. Да, наверное, первого просто влетел, застанил, череду дал, убил, а второго... Под бустами, да, на второго ускользание прожимаешь и чередуешь между собой. Бусты, ускользание, бусты, ускользание. Просто. Что? 172 тысячи у беса. Вот. Надо помощника дать. Петь, когда ему поможет? Учит метки, расставляет. Блять, я еще макрос не сделал на руник. Сейчас, это не обязательно сделать. Я своего ДК убирал, убрал там. Потом не зыбку хуй прожмешь, этот руник, блядь, в Т4 ебашит. Бесконечно, блядь. Ну да, 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 бывает такое. Опять, а ты с какой печатью бил? Типа... Повиновение. Весь бой повиновение. Нет, ой, блин, печать, я говорю, с реликвией. На бурю? Здесь реликвия на лужу. А это какая? Короче, блядь. Что ты все объяснил им, или что-то надо объяснять еще мне? Нет. Объясни ты все заново. Лучше еще разочек. Я только ту комнату объяснил, как людям. Но остальные вроде все знают, что делать, но лучше ты объясни. Короче, РД зона стоит за трусами у стены, там под окном, блядь. РДД силы все там находятся. Запомнили. На метках стоит, получается, у нас Void, кто там? Бойчик, Рога, да? Да. Войт, Рога и Бойчик, да. Так, а кто будет Бойчика менять? Ну, я хочу попробовать так закрыть. Бойчика. А потом глубоко, ну, типа, если что-то не так пойдет.
Короче, бросаешь две глыбы, потом пробуешь закрывать. Не закрываешь, все. Я не знаю, но нам надо, чтобы, короче, наверное, женек и потом будут менять его. Потому что, типа, не факт, что закроет. Ну, рогат тоже, не знаю, под вопросом, там рога пиздец шибет его. 24 тысячи хп. Ладно. Смотри, что будет происходить, короче. Стоите вы, блядь, просто тупо манекените босса. Напоминаю, линия, вот видите, линия, вот я сейчас стою, блядь, вот эта линия, короче. На этой линии примерно стопайте трэш. Босс должен стоять в трусах, типа там в том кружку, блядь. На этой линии вы стопаете трэш, типа мелик где-то условным крестом потыкаю, вот. А чё они ставят, блядь? А, вот там где-то вы стопаете трэш. Вот эти двух квадратов, блядь. Запомнили, да? А вот кто в комнату заходит, какие метки назначены, или ты скажешь во время боя? Кто в какие метки? Ну, смотри, вы изначально стоите, давай условно, рог квадрат стоит, вой стоит у нас крест, и луна стоит у нас бойчик. Это вы сразу стоите на ранже, типа, и на вас там на кого-то рандомно кинется метка демона. Соответственно, чем дольше вы стоите с меткой демона, не заходите в комнату, тем больше у вас повышается урон по вам, типа, она начинает тикать. Вы заходите в комнату, вы должны зайти именно фуловые. То бишь все бафы, ну типа все щиты, все ходы, все силы снимаются именно при вхождении в комнату. То бишь на вас силок вообще никаких не будет. Ваша задача именно убивать беса. Ну типа все бурсты вставляйте тупо на беса. И бурсты чередуете. Что? А я лагаю, пизда, да? Извините, перебил. И что-то я пропукал. Ты сказал, рога квадрат стоит. Так негде босса танчить. И мы ж сами били все время не так. Мы били вон примерно где он стоит, возле свечи. В трусах босса бьем. Где бьем? В трусах босс. В трусах. Мне в трусах его. Мне в спиной встать в трусы или его в трусы надо поставить? Босс стоит в трусах, ты спиной стоишь условно, блядь, в луне, не знаю, где-то вот тут стоишь. Ну типа сюда смотришь, вот так танчишь. То есть босс должен спиной стоять к стенке оттуда, да? К левой стенке. Да куда хочешь, Саша, я поставил, он же, по-моему, в трусах стоял. И все. Короче, я не понимаю, блядь, почему... Меня вообще слышно нормально сейчас? Да. Сейчас нормально. Ой, блядь, извините. Не могу еще проснуться, вот честно. Короче, смотрите. Весь босс, это просто АУЕ. Берете АУЕ трэш и закрываете комнату. Все, босс умирает. Типа, соответственно, сразу BlackBerry пропиши себе везде семечку, если у тебя будут там, или ты видел ее обязательно. Я знаю, я же ее уже убивал. Читуешь по два раза, то бишь первый раз и сверху закрываешь. Не я знаю, моя задача повторить и объяснить. Там ваше знаю, не знаю, ну типа это такое. Окей. Дальше поехали. Войд, твоя задача тоже убивать. Смотри, я не знаю, как ШП живут, но на ШП все ШП закрывают. То бишь ты тоже должен закрывать. Ну типа с первого раза может не получится, где-то трайв 10 сделаем, тогда может вы научитесь закрывать эту комнату. Я не знаю, ну типа чтобы по факту было. Просиливать очень дохуя надо. Может быть такой момент, короче, смотрите, это рандомный момент, и такое часто бывает, что мы будем стоять бить, и медленно у нас метки 3 человека стоит, и, блядь, у них 3 семечка, и понял. Такое редко бывает, но может быть, и, ну, может кинуть, короче, на Сацуны, на Сикки, либо на меня, на Сову, там, типа, надо будет сразу выбежать с рейда, типа. Соответственно, если такая ситуация происходит, короче, я буду выходим с рейда вот сюда. Вот. Если у нас 3 метки занятых. Ну сюда, чтобы типа, короче, вы вышли, вот условно вы вышли, где вот стоял сова стоит, чтобы не заразили и другого игрока. То бишь, если на вас есть метка демона, вы можете заразить игроков, типа, рядом стоящим с вами.
Ну я к тому, что типа да, больше 270 наверное не бывает, окей. Я тебе потом скриншот скину своего, блядь, этого. Посмотришь. Дрюха, ты пиздец, ломаешь льду, когда бегаешь. У тебя нормально все? Я сейчас ребутнусь, ну, типа. Главное, чтобы сейчас пока вы не слышали. Нет, слушай. Что еще добавить хотел? Ты будешь соло танчить, я не знаю, короче. Ну, твои приколюсь и попробуешь. Все пьют сопроты. Все пьют сопроты полностью, все тут фул бафуются. Сейчас я релок сделаю на это. Пейте масло мажьте, всю хуйню. Все, что есть, у нас хуёвого лока нету. Андрюх, ты прочитал личку? Да, я прочитал, типа. Да я не должен быть совой вообще, по факту. Должен быть лок. Ладно, сейчас, короче, это... Я релон или нет, быстро. 2 минуты отойдут тоже. Так, там какие-то сферки в комнате, да? За да, боссом, смотри. Или под боссом будут появляться желтые сферки. Ты не просто смотри, бегаешь. Ага. Но есть один нюанс. Чем дальше они нет, они появляются примерно раз в 2 секунды. Если ты по ним всем пробежишь, они немного с задержкой тебя прохиливают. То они у тебя быстро прохилят, а потом у тебя сфер не будет. То есть ты на одну забежал через 2 секунды, на вторую через 2 секунды, на третью. Такого плана. И Влад, смотри, вот допустим это бес, вот тут бес, вот в этом кружочке прыгает здесь, вовой стал. И вот так сферка будет появляться вот по кругу босса, вот так может появиться, по кругу него появляться. И чтобы тебе ее взять, нужно вот так вот бегать по ней. То есть не просто на нее набежать, она так часто не берется, вот так побегать вокруг нее. И она срабатывает где-то через секунду, то есть не сразу тебя отхиливает. А по сколько тикает дамаж? Ну меня ногу очень сильно пробивало, я пока ноги научился закрывать, было тяжко. Но я мучиком был, мучиком сложнее. Ну начально там, по-моему, 5500 что ли, или 6500, короче. Ну и дальше увеличивается. Скажем так, ты там не заметишь, поселкать даже не успеешь, скажем так. И у тебя какой закончится. Так, Влад, забыли, может быть, сказать, ты ледяную преграду не нажимаешь, пока в комнату не запал. Вот, то если в тебя закинет дуань, вот эту, как там, блин, демоническая дуань, то все бесы под тебя, возле тебя приморозятся. То есть ты ее вообще не нажимаешь до того, как ты в комнату не зипал. Вообще, не забываешь про копии, они с тебя скидывают огроды и время попиздить моба. И закинь в себя этот еще ослабление магии, закинь в себя, тоже поможет. Чё преграда еще раз, чё? Ты когда стоишь смотри. И не ушел в медитацию, преграду не жмешь. Все. Приморозишь бесов, и мы убивать их не сможем. Так у него талант не вкачан. Все отлично. И, блин, ну это не такое вообще бес. В этом комнате преграда... Не, есть преграда. Вон. Ледяная преграда. Слева талант, который примораживает, когда она спадает. А если я ошибаюсь, типа бафы вот эти вот спадают, когда в комнату заходишь, типа щиток спадает, ДЦ-шевский. Да. А преграда не спадает? Не, ну да, но преграда спадает, но ее же нельзя нажимать в этом доне. Хотя у него что-то не прокатит. Да туда портанулся, пожалуйста. Да. Короче, да. Вот, кстати, ну, вот насчет преграды, может, стоило бы ее и взять. То есть ты. Беса кайфишь, там примерно не тебя бить не сможет. Плюс урон получим по бесу будет. Да там дохуя своего давай. Короче. Смотри, короче, жрете, блядь, метку эту ебаную. Ну, типа, когда у вас процентов 50-60. Она тебе посилит по 25%, если не ошибаюсь. Слышишь, Влад не закроет, у него и этот талант тоже нельзя. Почему не закроют? Ну, три комнаты. Он еще даже не пробовал, давай. Смотри, три комнаты он запросто закрывает. Первую глыбой, вторую глыбой, третью копиями. Все, у него пока копии живы, бес его пиздить не будет. Комната тикает не так сильно, как лупит бес. Все. Ну что, давай готовность тогда будем пробовать. Я первый раз тоже. Сейчас посмотрите, как тут не все сильно бьет нахуй.
Чё так, милик-то бьёт, не бьёт? И поебать на баф я просто лью ОЕ, правильно? Вначале просто по боссу. Смотри, ты сперва сейчас мы встаём, даётся яра, вы бурстите все полностью. Полностью все бурстите, короче. Потом, получается, начинают падать демоны. Смотри, когда падают демоны, желательно, чтобы от тебя никого ОЕ не шло, то есть, чтобы они подбежали к мелизоне, тогда ты можешь ОЕшить. Uh-huh. Ну, типа, вот такие моменты, смотри. Касается ШП и мага, типа, рог там ничем особо не стопнет их. А когда ты они в комнату уйдут, остальные? Что? У тебя символ на гнев небес стоит? Да. А чего не хватает? Старайся по одному гневу на середину мобы передавать. Бафните лапку. В смысле на середину мобов? Ну, то есть мобы подбежали, ты им сразу дал стан. Вот, ты сразу гнев небес дал. Второй гнев небес ты даешь уже во вторых мобов. Ну или в первых, если вторые не скоро. Ну ты понял, да? Ну по КД, короче, даю, да? Грубо говоря, почти да. Андрей, еще пошли, короче, на позицию, шо? Поэтому один лун не лей. Сопрота максимально 400, может быть? Нет. Блять, а что у меня тогда 400? Должно быть больше. Ну ладно. Че, мы кричим на хп, получается, апа не будет? Все, ты дбм пул, пошли, сейчас нам тут дохуя трайв делать, пошли, типа, надо тренироваться, мам, особенно. Сразу Еру давай. Третья семечка. По местам у креста нету, крест на место иди сразу. У меня уже 2-3 семечка, если что, на этом, на райде. Крепните бес. РДД по дальнему бесу сыграть. Он приморозился, блядь. На бойчику, хорошо. РДД по дальнему бесу сыграйте, пожалуйста, мы не затягиваемся. Все, я так и сбросил. Первое. Через 45 секунд смогу еще скинуть. Бойчик будет заходить, смотрите, аккуратно. Через 20 секунд смогу скинуть стаки. А на мне метка демона, блять, охуенно. Все меня портят, что мне делать? Выходить или нет? Нет, стоишь, бьешь. Бойчик уже умер, нахуй. Я понял, я думал, там будет другая комната. Надо иди уходи сразу от меня. Просильте на фул, просильте был сейчас. Ой, я уже падал, я этот не скидывал стаки. Сорян. Чуть обосрал, так что теперь вы. Ну, кстати, я понял. Сейчас пару раз потыкаться. Ну что, меня сильно пилить или нет? Я понимаю. Там всех бьет. Типа, слушайте, чем внимание, мне кажется, такого урона на X3 не было. И на X2 не было, блядь, не знаю. Ну, во-первых, скажу, хуёво стопаются бесы. Очень хуёво. Они не должны заходить в мелизону вообще, типа. Да, блядь. Но у меня уел. Я типа должен как их стопать? Я должен их стопать или как? Нет. Что не так? Нет. Мелизоны. Так они типа два раза, вот первые два беса вообще на РДД остановились. Ну, если на РД остановились, то тоже такое нужно. Короче, ну, типа, несмотря, пачка бесов вообще в кресте осталась стоять, то есть они оттуда кастовать начали. Ну, это значит проблема Войда, значит, он что-то поражал во время каста. Просто РДД зону тоже не надо смещать, если тут бесов пачка уже есть. Маленькая просьба. Да, по факту ты их перехватываешь, останавливаешь за боссом.
Ну, они стампаются любым уроном, даже перед вихрём, похую, типа. Вы, главное, короче, условно, не знаю, ну, возьмите так, типа, Сатурн со стороны, типа, Луны стопает, примерно. Ты со стороны креста, чтобы не бегали, типа. Андрюх, был бы я палом, нет никаких вопросов. Варом проблематично, сразу скажу. Все. Чё нах, откуда у него висит? Там, значит, кто-то не бой. Там, не, туда, бой. Не туда, ты как кто-то дал. Сейчас говнюк забагается или к нам придет. Жень, меня было тяжело хилить? Или нормально? Да, нормально хилить. Не считать, буду сбрасывать страйки. Нет, просто там урон по всем что-то жесткий пошел, блядь. Я не знаю, такого не было никогда. Ну, бесы взорвались. Ну, кто там ТП-шился не туда? Погоди, я не могу отожраться. Бафать, похуеть, иннер дам, пошли бить. Пошли тренироваться. Я тоже без рыбы, ну ладно. Тренинг. Там люди не могут сесть рыбу пожрать, ничего. Да и хай, мы все равно сдохнем, блин. Санька, а что ты рыбу не кушаешь? А, бой, понял. Ну кто, пуляем? Здравствуйте. Короче, на пул пуляем, я это забагалось. Я не так нажал. 20 секунд гера, так что ждите. Да похуй. Ну, ну, аккуратно. У меня подранабор не такой жесткий. Сик и семечко. Ставь его ровно в это, в курсе, блядь, пожалуйста. Он сейчас на нас кинет метку, да. Все, скинул стакинг. На войде. Я плохо босса держу, отвести его куда-то? В трусты его поставь ровно. Да, он не двигается вообще. Ну как? Кас, после каса тогда будет двигаться, ну. Блять, я проебал скидывание стака. Ладно. Вот умер. Барка, да. Шо ты просто нахуй? Ребят. Все, ну. Не я, не сечи, не бейте, на. А чего ну, мой чек умер, не понять. Бес упали на меня, я сдох. На 18к. Ну тут постоянно фуловых их надо держать, постоянно. Тридцать пять к на 10 тысяч. На 10 стаках 35 тысяч прилетает у меня. Бля, пару секунд. Быстро так и ударило. Что еще раз? Я немножко обосрался. Секунду. Сколько атакой там ударило танка, мне интересно. Вань, короче, на 35к его въебал на 10 стаках. Ой. Я немножко обосрался сейчас, Ваня. Не Сань, скинул стаки. Ты просто там умри, ты просто там умри. А, все, я понял тебя. А бегу умирать. Блин, пару секунд до комнаты не осталось. Хотел бы посмотреть, ни разу еще не. Не тупышнул туда. Да, посмотришь, поверь, еще. Ну вот, да Войд был, короче, в чем проблема? Рассказывай. Он молчит или я его не слышу, что за хуйня? Молчит.
И еще Нагар Скорпионов говорит. Арго, Войт. Ты же там вчера в Дискорде развалил, и обычно вообще разваливаешь в Дискорде, в чем проблема? Ладно, короче, Влад, не знаю, что ты там, чего умираешь? Серка не захилила, Ну, первого в комнате, надо еще посмотреть, но мне надо слетать прям сразу, если мы принять обязательно. Да, если у вас сверка где-то, у вас память, то, короче, вы сразу увидите, обязательно, вправо-лево движение делаете. Я вам объяснил уже, по поводу сферы, как ловить. Просто меня бес был, бил так сильно, или это тики были? Это тики, и бес тебя больно бьет, и то, и то. У меня на роге тоже самая проблема была. Я тикала по... Бес больно бьет. У меня 23 кхп. Ну, короче, надо... Смотри, метка демона сама по себе жрет. Чем дольше она на тебе висит, тем больше она тебя дамажит. Вот и все, она растет с каждой секунды. Да, да проще, мне кажется, проще, смотри, типа, делать адекватно, типа, бойчик закрывает именно двумя глыбами, потом, короче, женек выходит, его меняет, все нахуй. Ну, в нашем составе, типа. Так, хорошо, а из рейда выходить, когда на тебе семечко, под темечко нельзя убивать бесов, так? Вот, в угол. Ты под семечкой не должен получить 40 тысяч урона, потому что вылезут там 43, по-моему, вот, потому что вылезут мобы. Но урон получается, когда добиваются бесы. Ну да, то есть... Ну. Да, я не считаю... Смотри, бесы рандомно плюс, смотри, бесы рандомно кастуют, бесы плюс взрываются. Для этого нужен ДЦ, который абсорбит, типа, условно, семечку, чтобы она не взорвалась. Если семечку взрывается, выходит два злого беса, как Саша сказал. Все, типа, вся механика босса, типа, здесь словно, типа, вы стоите в миллизоне, короче, его можно убивать без ДЦ, вся хуйня, но это не сегодня, не сейчас, мы это не обсуждаем. Короче, ваша задача, вот есть три метки, вы бьете босса, типа, условно, на вас вешается метка демона, типа, смотришь, из тех хуйня ХП, у тебя касс летит, отдавай, если вы, типа, ну, типа, магический щит прям тут можно дать, условно, типа, понимаешь, ты должен выжить. Силы, ваша задача, люди, которые стоят с меткой демона, вы должны их поднимать быстро максимально. То бишь, чтобы их не шотал, потому что у них прилетает вот эта хуйня, плюс тик, они умирают. Так что они должны заходить фуловые в комнату. Они вам озвучивают, то бишь, ваша озвучка тоже, типа, важна. Типа, вы, допустим, озвучили там не так, чтобы, как у нас бывали моменты, блядь, вот Кирилл, блядь, кричит, захожу и через 2 секунды уже, блядь, в комнате, нахуй. Потом сидит, кричит, что его не профилили, блядь, ему какой-то заказ. Вот. Знает, и уже говорит, что захожу. Да, короче, смотрите, именно заранее говорите, что вы заходите. Хотя бы дайте 3-4 секунды финалам, чтобы вас касс успел прилететь, профилить вас успели. Когда заходите, чтобы вы фуловы зашли именно туда. Бьете вот этого беса, типа, бьете, там отдаете свои сейвы, контроль и так далее. И лутаете сверху желтые, обязательно их лутаете, типа. Потому что, типа, максимальный урон носит, лутаете сверх. Как будет проще? Бойчик у нас стоит, условно, стоит в луне, заходит в комнату, нажимает глыбу. Обновил, зашел, типа, ну, типа, глыбу обновил, ждет следующий момент. У него кинулся, он две глыбы зашел, короче. Все, уходит в мили-зону, типа, туда, к нам, за трусы становится. Типа, где вся эрбизон стоит, все. Женек уходит и заменяет его, стоит. Но он, женек должен быть в глади. По фросте он хуй его убил. То бишь Влади он тоже бросануть может босса поначалу нормально. Типа. С этим проблем не должно быть. Рога как закрывать будет, вообще не знаю. Типа, и у нас Яша, типа, он сильный рога, пиздец, он заряженный. И он, типа, не всегда закрывает. По поводу скилла, не знаю, какой там скилл у Яши, типа, но он не всегда закрывает. У него ДПС-а, блядь, в разы больше, чем у это. У нашего роги. 100%. Будет спирит, я не знаю, чем тебе шипы подсобить, я в шипы не разбираюсь, но шипы все закрывают. Типа сложно, закрывают все, типа. Ну, типа, два шипы, которые были в рейде, там, они все закрывали. Не, я в общем, типа, я не говорю, что там типа, ты у тебя, ну, типа, какие проблемы. Я говорю, что типа саму ситуацию по рейде. Типа, у нас должна быть чуть-чуть только проблема с рогой, типа, я не знаю, все. Еще можно сдать бомжа.
и уход в тени. И пока бомж танчит пару ударов, продамаживаешь весь. Все, изи. Андрей, а я так спрошу. Да, по 100? По 1000? Мне лететь переделывать? Я буду пробовать тогда закрывать, ну, пока да. Или не надо? Или делаем так, как ты говоришь, с ужинком? Ну, ты хотя бы раз в комнате уже был? Один раз, но я даже, ну, не успел ничего понять, это реально. Просто первый раз, когда я не глыбами закрываю. Не, ну давай, не, ну если ты готов закрывать, лучше, чтобы ты по колею закрывал, конечно же, типа. И тогда мы уберем Рову Мелизон и поставим Женька на комнату, типа. Я хочу. И все. Все хорошо. И типа должен три стабильный человек, который закрывает комнату. Ну, на магии будет Влад сложен. Там, блин, кайтик придется. Да и сердце ловит. Это просто. Ой. Ну да. То есть ты на себя еще ослабление магии, чуть меньше урона будет от этого залетать. Сейчас, цель, сейчас я не летал. А сумма? Да. Кинуть. Окей. Ну, я видел тоже, что магия закрыта. Типа тут комнату закрывает много кто, типа. Тут просто надо иметь понимание, как работает комната первая, второе, типа, это... Скрыл персонажа и чё, как держать. My Lady закрывал потом. Ну, правда, уже пофиксный держал, но он закрывал комнату. Да, после второго нерфа он закрывал комнату. Ну, вот когда мы с Коленом ходили, он один раз к нам заходил и закрывал. Я же говорю, после второго нерфа горожана. Ну, я не помню. А Кош же все эти дебафы скидывает? Перед, можно же в комнате сразу Кош прожать, да, чтобы все забавились? Нет, просто снизить получаем урон на некоторое время, на несколько секунд. Да, то есть ты там, короче, ты будешь один на один с бесом, тебе назовем победить. Ну да, я так понял, тут больше проблем в дебафах. Смотри, как ты его можешь победить? Только через... Первый сначала череду даешь, сверки будут сами у тебя браться впереди, скорее всего. Ты сразу сумон получается. Так я засумонил. Влад, не приходится? Бежал на минуту. Релогаться? Да, наверное, релогаться, потому что я все уже три раза сумонил. А, ты уже сумонишь? Когда я три раза засумонил, ты же нажимал сам. Так вот, Рога, и после этой череды ты должен его будет подставить на пол. И просто все время двигайся, не стой, двигайся, бегай по кругу и просто собирай по КД-сферке. Ну и Рога и закрой. Только Ваня не нажми, когда пол хп у него, а то будет здание ловить, там уже сдохнет 100%. Все, готов, суммоните. Я так понял, что бьет, сам бьет сначала больше, чем тики, а тики бьют больнее только потом. Ну, сейчас посмотрим. Вайт сказал, что бес мало пьет. Ну, у меня бы прилетало порога на экстрим. Нормально. Нет, я тиков. Может быть. Не, я же здесь я не был воид. Я был на X3 и закрывал. Там, по-моему, он не тысячу нихера бил. То есть у меня как было на роге. Я захожу, меня тик и бес убьет, и все, я труп. Это да. Но я тебе говорю сразу. Тик, бес ударил, и все, и я труп. И метка усиливается. У вас сразу снимают ледяную преграду. И сразу с ней нельзя начинать. А, ты не брал талант, да? Талант не брал. Это, надо посмотреть, от чего урон идет, потом уже думать. У меня рыбки нет, он говорит, а не, я сейчас поставлю. Пустите рыбу все. Мне куда закрывать? Просто еще главное мне не просраться. Влад, ты в какой стоишь? В луне. В луне. Вот ты когда Влад сказал, ну, если потом. Пока что этот трайни никакой, Женя. Если Влад сказал, убегает в луну. Так,
У меня остался час времени. Ну, пахнет. Да, у меня тоже немного, нахуй. Сегодня суток, завтра на работу. Давайте сделаем. Женя, Андрей, Блэкберри, Дима. Да он ушел, блин. Написал 3-5 минут, уже прошло время. Извиняюсь. Чё же, все тут? Рецепта нет. Где мы? Покушай рыбу. Ты здесь? Выключу микро и звук. Может, что случилось? Нет, это понятно. Короче, главное мне тоже не заслакать. Бывает такой момент щекотливый, бля. Сейчас буду более стейлово играть, лучше больше заслакиваться. Буду стараться набирать. Если потеряю... антимагический панцирь, то будет нехорошо. Андрей, а как символ, символ на антимагический панцирь не ставил? Скажите. Ставил. Ставил. Скажите, когда заходите. Угу. А я слышал, это один из самых сложных боссов, да, в Кале? Да? Нет. Один из самых сложных. Не то, что сложно, он требовательный. А так он достаточно простой, если все все могут. Босс совсем не сложный. Просто, типа, короче, ну, если три человека научились закрывать комнату, все, босс умирает. Все. Для меня этот босс проще, чем Аран. Так оно и есть, типа, но у нас нет человека, который закрывает стабильно комнату. Я уверен бы, что у меня конь бы закрыл бы, но у коня нету. Кто еще закрыл эту комнату? Ну пока больше ни в ком не уверенности нету, чтобы закрыл эту комнату, кроме коня. Ну я на роге научился, на роге уже хорошо закрывал. А, вначале было тоже тяжко, пиздец. Знаете, мне такая, я вам закрою комнату. На магия, думаю, было бы так. Даже не получилось бы. Скорее всего, никогда тоже. Ферал закрывает хорошо. Типа, Ферал, ШП, Хант. Ну, идеал вообще ДК, да. Руки закрывал тоже. На этом. Вот и свое. Что вы пайтесь? Поставьте Петю закрывать. У нас и так, типа, урона... А сколько у нас человек бьет в боссе? То есть, кто у нас на метках точнее стоит тогда? Войд, Бойчик и Рога, да? Все, я тут, извините. На, еще одну рыбу для себя. Только Рога не бьет, получается, и все. Кушайте рыбу. А, туда норм.
Так немножко ауешки там под душу. Ты, кстати, можешь на пулы закидывать в какого-нибудь там, допустим, Женька постоянно, чтобы ему урон увеличивал. Так, а я в тебя закидываю. Меня? Да-да. Меня? Ты ж не бьешь босса. А, ну, я этих напуливаю. Бесов или не надо их? Они в рандомно все стреляют. Да, просто закидывают. По поводу бесов, маленького уточнения. Есть бесы, которые останавливаются возле меток. Возле луны, квадрата и креста. Этих бесов сливают РДД. Переключились, слили быстро дальних бесов. Потому что мирики, если падают, то лутают метку демона. Это нехорошо. Так что РДД, споглядывайте на этих бесов. И этот мистер Бонд заливает на пол, наверное, в Женька, потому что Петя не работает на пол. И в Сацуны тоже открыли, когда он нажимает, не работает. Все, давайте готовность. Если все готовы, то время теряем, да. Женя? Я теперь тоже. Женька? Скибиди. Все. На хпшку поору теперь. Может, легче станет. В смысле, блядь, а где урон? Блять, нормально. Сейчас должна быть метка на воина, вот здесь метка на воина. Я скинул первые стаки. Понял, Сусуна, да, для чего нужно быть бесом? А там под каждых бесов. Я тебе про это говорю, тебе их надо стоп. На своей промежуточном расстоянии. Мобилизацию хоть. Бойт не озвучил, зашел не половину. Он спрашивает. Надеюсь, убил. А, нет, не под каждым. Ну, один бес не взорвет. Не заходи, пока бой не выйдет. Я вообще не скинул таки. Андрей, заберешь босса? Мне академ давай, Андрюха. Все. Заразил уже, не среагировал. Сова, сова. Да, все, мы падаем, падаем. Не Войт вышел, красавчик, а типа этот. Я даже не зашел. Слишком долго выходил. Вот что. Ну что, падаем, 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 все в мисках, вы что? Я смотрю, как меня пробивает на 15 стаках. А может быть лучше этого? Хотя. Андрей, видишь, больше. Не знаю. Андрей в медведя, надо еще один танк. Потому что если Саня не сбрасывает, почему? Все это... Да нет, почему? Я на 15 стаках, мне сейчас сколько прилетело? Под прожимками... Понимаешь, здесь надо хилить почти 10 минут. Ну да. Напрягать не такое, тем более это не хипал. Да я не понял вообще, когда... Че, когда? Я не понял, мне когда вы хотите, или там по очереди? Озвучит. Ты походишь босса. Вообще, типа. Смотри, смотри, смотри. Ты видел, на тебе дебафы появляются? Такая говняного цвета семечка и розового цвета черепочек. Ну, черепочка не было еще, мне кажется. Ну вот. Ну да, зато на тебе он не должен появляться просто так. Да тут лично мой проеб сейчас что упали, типа, давайте, я не понимаю, что у нас бойчик падает, вот это хуйня.
То, что вайп был, то вайп был за меня. А что, бойчик упал, я не понимаю. Что, не просили или что? Подметка я, и опять-таки прилетают бесы сверху, у меня шоты. То есть на хп орать бессмысленно. Ну, у меня шоты это бессмысленно. Ну, 20, 18 и 8, да? 13 800. И 7 метка. Метка тикает по 7, 13 800 прилетает, когда бес падает. Закинь в себя еще это ослабление, тоже минус 500 урона будет. Того и того. Фрост шилд поставь, он броню дает. Не, его там прошибает магией. Есть броня. На бесу ради автоатака, бес по 13. А, там... Не дошло еще дело до беса. Он не до беса, не до беса умирает, он в комнату не заходит, его что-то... Он говорит, что бес там по 1000 бьет. Че, давай, поехали. Я вас въебал, я за вами смотреть не буду, еще въебанный советник. Я буду только заметками смотреть и все. Хорошо, слышишь, Андрей, может быть одна такая... Зачем смотреть, что? 5 секунд. Этот, может произойти такая ситуация, когда тебе нужно будет один штаг взять у босса. Чисто сможет? Да он меня шотнет, совет, еще. Шотнет? Так а если в метку прыгнешь, ты любовку нажмешь, тоже шотнет? Я об этом и тебе говорю. Ну похуй, попробуй мне поебать. Но я это... Еще, что? Такая ситуация произойдет, ты, я уверен, там надо будет быстро сделать. Если справишься быстро, то давай. Ну, то есть один стачил. Переключить стойку, включить кровь вампира, вообще, наверное, ну, не проще всего будет Сацуне дать 50 на 50 и таун прожить. Ну. Хорошо. Сань, смотри, эта ситуация произойдет, если я проебусь один раз. То есть тебе нужно будет зайти взять чисто один стак. То есть там три босса. Но при условии, что на нем нет семечки сразу. Вы пиздец усложняете, если честно. Когда можно... Ну. Ну так можем их два танка сейчас бить, я останусь на танке и все. Давайте бить. Придумай ли велосипед, давайте его крутить, поехали. Вот, прям сильно-сильно в пола не врывайся, у меня сейчас агронабор не такой жесткий, как у обычного ГДК. То есть спек другой. На медицинку повесила. Нет, тебе говорю, забери босса. Тиагров. Блять. Да? Нахуй. 7 секунд он не висел. Стелла ничего не делал. Кстати, да, на ранке же еще 7 секунд повешится. Да, она вешается, если он не на мне огранит. Ну, то есть лад переключается в ботка. Перебил. На танка? На танка метку печень, ну, блять, не вешает, короче, семечка. То в текущий момент танк, но твоя семечка не вешает. То есть просто фула кадро забрал, ничего не проебал, следил за стаками. Кто-то не туда ТПЛ дал, да? А еще ДПС тут вторичен. Личная тактика и комнаты. Я сначала стоял, типа несколько секунд ждал, и потом стоял уже, когда 5 костов дал и сорвал. Ну, я не сорвал, понимаешь? Ну, Влад, просто у меня, видишь, нет вот этого таланта, ни одного из этих, блин, мучка агроноборгера, господи. Вот ни этого нет. Так, ни может, этого. Ты, типа, ни этого. Мощь, типа, или с пола не сдаешь? Я сдаю сразу руник, он же его, кстати, нет. Даю все ЛП-ки, которые только возможно. Но все равно его отсрывает. У меня ни одного из этих талантов не прокачан. Я еще сальву вначале накинул. Линкани сальву, кстати, если я правильно помню. Она же текущая и убирает.
Текущий. 2% в секунду в течение 10 секунд. Окей. То есть там надо идеально давать, когда начинаешь срывать. Ну, вначале было у всех игра мало. Поехали. Все, поехали. Ван, давай еще попробуем. Если нет, то с Андрюхой пытаемся что-то задать. Поменяем. Да метки, метки. Их задача закрывать комнату. А не босса. Да, подождите пока. Блять, его просто еще промазало. Еще раз говорю, ДПС тут вторично. Первично это исполнить всю тактику. Не взорваться до больших злобных пес. И выжить. На вроде метка. Первый раз так и скинул. Не проебал. Тут бы 20-10. Именно. Это было бы без маны вообще. Вот зашел на пол хп, блядь. Помянем. Тут, если что, наберется из своего хп. Да не, ну я понимаю, типа, но вообще этой ситуации не должно быть шо. Да шо? На мне мест. На мне нет. Ну все, это вайп. А на кого первого тогда повешалось? Рома под семечкой, семечка. Да узнал, она отлично. Два злоба. На мне метка, это кто сказал? Женя. Ты сказал после того, ты сказал сразу, когда она повесилась или? Ну, появилась какая-то рожа такая в виде черепа. Ну, у меня шмякнуло. Я отбежал. И ой, когда я отбежал, я увидел, что на всех метка висит. Значит, не на мне. Я бы кал, да. Я вторую не увидел. Первую я увидел на тебя спокойно, что я вторую не увидел. Так, а где тут настройка вуду-то? Типа... Это вот метка, это в виде черепки. Что с ней делать? Она отбежать от рейда. Отбежать от рейда. Убежать от рейда. Вот она так выглядит, Женя. Да, вот эта метка была. Короче, она только появляется, но... сразу убегать. Да, ты убегаешь от рейда вон сюда, вот в эту сторону, вот к столу этому убегай, вот сюда. О, да, убегай. Угу. Потом у тебя появится иконочка, и говоришь, чтоб тебя прохилили, нажимаешь на иконочку, убиваешь демона, и потом только в рейд возвращаешься. Угу. А если не убежал, то что? Если не убежал, то давай. Ты всех заразих, и мы умрем. Вот как последний два вайпа было. Угу. Понятно. То есть, как только появилась тебе метка демона, ты сразу должен уже бежать. Что стоим? Не знаю. Андрюха тут еще рыбу не покушал. Андрюха, иди рыбу. Погоди, погоди, погоди. Сейчас.
Ну, если можешь хотя бы рыбку един есть, а то она пропадет. Вот, Женя, сейчас меня было тяжело хилить, потому что этого окна не было до 9 стаков. 10 стаков почти держал. И там уже просто... Нормально все было. Я впервые вижу, что так прошибало вообще рейд вокруг. У нас что-то раньше стояло, так все было спокойно. Под конец кометка появлялась, типа там его прохиливать. Сейчас что-то прям урон такой проходит по всем хорошо. Но я стараюсь тоже отхиливаться по максимуму сам через крылья. В основном ли хилишь всех вокруг, чем для танка? Ну, я вопрос подумал. Я понимаю, что там Андреева при тактике убивали, как бы в одну точку бегут эти импы, я это понял. Ну, что-то раньше было гораздо проще, не знаю. Мы после двух нерфов убивали. Ну, там урон был меньше, здесь хилишь, ну, короче. Не знаю, да мне как бы сейчас притыркаемся. Кто, чё, кого? Кто-то струну натирает. Хуярит. Ну, хорош. На гитаре. Вот это? Это было не в штаны. Это штаны? Да, я чушу ляжку. Фига себе. Они у тебя кожаны? Либо шорты из этого. Не, они у меня с оплеткой. Бля, пойдем тебе чопер стоим. Казал занят, и пойди, блядь. Там он готовится всех выебывать за метку демона. Слушай, опять о звук. Сейчас, пройди секунду. Это струны? Это струны, да. Это кто-то, да, водит по-гитарски. Очень похоже было. Надо сесть за гитару подобрать. Минутка СМР пошла. Слышно? Да. А это сейчас я сделал. Не, вот сейчас. Да. Да, Лерна. Да. Они у тебя тонкие, у тебя звук другой. Ну да, детки. Угадайте. Боже, ребята, тихо. У меня наушники сейчас взорвутся. Так. Голоп присутствует. Сейчас Андрюха, кстати, ретриком сюда может зайти. Ха. Он летальчик. Что-то я забыл. Об этом. Ну, это ладно. Мне надо чарку наплатить на этот, на тьму. 4-4 последний кусок добить. Тоже хп больше будет. На 5%. На 5. Что все, Андрюх? Так. А чего лучше ауру поставить? Огонь или тьма? Огонь. Тьма у нас же шипешник бафом. Не до сердца. Ладно. Так, все. Я готов, я что-то дона понастраивал сейчас.
Дима, Петя, Дима. Тут? А, сорян, родился просто в этой. Нормально. Тут пошли. Влад, сильно вначале не врывайся. Это... Бойчик мягко. Побежал за реке сэр. Есть проблема, я обослал. Ладно. Сильно? Будем жить. Прохиливайте. Да. Могу заходить. Заходите, что там был БР. Спросите. Я нашел, блядь. Ты зашел, блядь, вот это после каста сразу же. Нина, когда нажал медитацию, она мне еще не летела. Во время она уже прилетела. 4 кхп даже не будет. Бой, спирис. Че у нас бесы живые еще прошлые? На меня семечка пока добить не могу. Да. Падает. Женек, бей бесов. Бесов долго залываем. Бей бесов, Женек, типа уже. 200 тысяч урона все нанес. Ну, бить, который только вблизи босса, или... Ну, вот где стопаются они, где мы вот с Петей бьем, там и бей. То есть там, где метки уже не надо, там... Хорошо. Они не должны под боссом стоять. Есть Андрюх починиться на улице? Я здесь ты мамонт только. А, там же все у этого. Смотри, короче. Заходи, вот и смотри, типа, при озвучу, типа, сейчас буду заходить в комнату. Типа, uh-huh. Типа, говори, у меня там появилась кнопка, сейчас буду заходить в комнату. Типа, да, тебя просили бы. Ждешь каста вот этого, блядь, демонического дань, он прошел, после него заходишь, нахуй. Не именно типа, чтобы типа каст именно получается, как будет такая ситуация, если ты вот каста типа нету, ты зашел, блядь. Давай Женьку, может быть, вместо. Ой, что ты, блядь, несешь? Что ты придумаешь, нахуй? Какой редрик ставить вот еще, нахуй? Начинай хуй от этих. Ребят, где хуй что придумать? Уже за вас все придумано, блядь. Что комнату закроют? Ну маг комнату закрыть может, блядь, и глыбы выйдет туда, ну типа. Он тут в комнату, он ни разу в комнату просто не зашел, понимаешь? Он фуловый не зашел в комнату. Или ты не следишь опять за рейдом? Ты же стоишь там, нихуя не делаешь, можешь, блядь, за всем рейдом следить. Киньте щиток, пожалуйста. Смотреть настройки. Он в комнату не зашел ни разу еще. Потому что он, блядь, умирает пока, да. Кстати, киньте щиток, пожалуйста. Кому? Куда-нибудь. Да куда-нибудь, вообще не важно. Короче, Андрюха, она по-любому, вот эта вот херня, которая сверху прилетает, она прилетает по-любому в меня, да? Или там какой-то каст есть, который можно отслеживать? Угу. Босс, да, кастует? Да, как на ранее можно отслеживать. Называется? Ой, блядь, вот эта демоническая длань, когда летит, после него заходите всегда. Все, он, типа, у тебя здесь появилась кнопка, прокастала демоническую длань, все, ты пловый зашел, блядь. Готовность. Пошли. Ваша задача сейчас, ладно. Короче, и смотри, и стопайте чуть-чуть ближе, а то вы стопайте прям рядом с метками. Я не знаю, вот видите вот эту, блядь, линию, вот, вот, походу, я бежу вот по этой, блядь, сейчас покажу, вот, по этой его линии, вот тут и стопайте, вот.
Кстати, пестером срать куда стрелять надо, босса. Так, у фола семечко, стыбили семечко. Реально. Я вижу косты. Димыш сказал, еще отображается в ДБМ, если что. Розовая какая хуйня. Должна у всех отображаться. Вот спирит метка. Вот для людей Димыш сказал, что оп, ебало. Вот после этой хуйни его профиля он заходит, типа, условно, поняли? Да, 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 все хорошо. Бойчика на фул поднимайте. Ты не заходишь в комнату, пока не выйдет этот. Если он сильно долго будет, зайдешь в комнату, прожмешь лыбу. Все, он вышел. Есть медитация у тебя? Есть, есть. Сейчас сказ прошел. После два не заходишь, ну. Проходите, проходите, проходите. Ой, это фен. Блять, я не сработал. Андрей, давай Инер. Отдал Инер. Меня сложить нужно, чтобы кто-то забрал. Саня, сможешь забрать? Давай, забираю. Подожди, скажу когда тогда. Забирай. О, блядь. Закастовал уже. Не, все, все. Сейчас сложит. Справился. Опять на мне метка. Войт. Да, все. Да я видишь, вот. Ну типа, главное, что уже один закрыт, типа, я брат. Умирай. Сдох. Короче, я просто сейчас 100% уже понял, как это работает. Так, давайте еще два трая с одним танком сами. Если не получается, надо бить под, ну, чтоб уже. Пришел какой-то адекватный тренер. Секунду. Погоди. Андрюха, спекайся в танк. Знаешь почему? Что? Ты в два раза больше ДПС нанесешь своим медведям. Да я просто тоже самое сейчас подумал про ДК 4Т4 на пылающей кровью, нахуй. А если Андрюха на ретрика зайдет, больше урона? Попробуем будет. О, у меня плюс один ретрик. И минус лапа. Лапа? А, да. Так купить барабаны. А, давай не будем выёрзываться, спрыгай в танка. Этот, я это 4 доберу куска. Короче, как это, ребят, работает? Я, если у меня не прожимаю кровь вампира, он просто поглощает до 50%. То есть, если... Короче, он меня стреляет, у меня остается меньше 50%, он мне просто сбивает щит. И этот... Ну, и следующий так на меня вертится. А если не сбивает, то есть он меня, короче, задумывает меньше 50% здоровья. Либо надо какие-то зубы закидывать. Ну, могу зубы бросать, ты говори про здоровье. Когда второй раз скидываю статин. Короче, я не хотел тебя, Саш, дезморалить, просто, ну, тут такая ситуация, у нас нет, у них и пал, у нас совершенно, они тебя оверхилят, они в этом времени, типа, не силят метки, типа. Ну, блин, хрен его знает, ли они меня оверхилят, я спрашивал, тяжело им хилить, Женя говорил, не тяжело меня, ничего. Ну, ладно, давай. Не, сетап по хилам нормальный, РШАМ, ДЦ, РДРУ, ДЦ, мы закрываем я нормально. Я не говорю, что танка тяжело хилить. Придумывайте. Он говорит, что просто урона до сраки. Короче, я заебался с вами спорить, вот честно. Нет, хорошо, все, не вопрос, давай. Делайте, что хотите, вообще, я буду просто с вами бить. Я хочу в два танка. Все. Дело не в том, что я хочу в два танка, вы вот каждый раз, мы так, вот это, так. Вы, блядь, вот сейчас стоите, вот закройте, нахуй. Иди, блядь, закрой, нахуй, ну, типа, вот, мы закрывали так.
Он и не закрывается. Овер дохуя урона. Надо все делать четко, ровно, блядь. Каждый раз, блядь, спорить надо с каждым. Андрюха, у тебя 4 Т4? У тебя 2 Т4, 2 Т9. Можешь 4 Т4? Да, сейчас одену 4 Т4. Кстати, да. Андрей, Суицик, я первый тогда потанчу, скину первый раз стаки тут. И потом на сколько мы с тобой меняемся? Блядь, где мы? Меняемся мы по стандарту, короче, это, типа, по 4-5 стаков, типа. Надо, чтобы 7 еще не было.